Мечты сбываются в Новый год, об этом точно знает 6-летний костромич Савелий Тракай. Мальчик, чей отец погиб в ходе СВО, написал письмо на полицейскую елку желаний. Руководители одного из управлений Министерства внутренних дел России письмо прочитали и прислали в Кострому подарок для Савелия. Подробности далее. Наряженная елка, приготовленный букет цветов, подарки и конфеты. В областном управлении МВД ждут героя дня. Савелий Тракай пришел на праздник с мамой Светланой и двухмесячной сестричкой Полиной. Еще двое братьев, Филипп и Матвей, остались дома. А папа Савелия погиб на Донбассе, защищая родную страну. Увидев настоящего генерала, Савелий немного тушуется, но улыбаться не перестает. Ты знаешь, что мечты всегда сбываются? Главное, что делать? Главное, в это верить, так? Ты же верил в это? Ты видишь, мечты сбываются. Получить в подарок смарт-часы – такое желание мальчишка загадал перед Новым годом и написал об этом в письме Деду Морозу. Письмо отправилось на елку желаний в Москву, в Министерство внутренних дел. С елки его сняли руководители контрольно-ревизионного управления МВД. И вот заветную коробочку генерал-майор полиции Александр Арапов передает Савелию. Тот сразу же примеряет обновку. Нормально? Да. Сын, даже у мамы таких нету. Не ожидали на самом деле. Это для нас большой сюрприз, в первую очередь. Для Савелия спасибо, мы очень рады. Здоровья вам крепкого, успехов вам во всем, вам и вашим детям. Если что-то надо будет, полиция чем сможет, я уверен, мы приложим все усилия, чтобы вам в каких-то ваших вопросах помочь. Кроме смарт-часов, Савелий получил в подарок модель машины от Следственного комитета. И на вопрос, кем хочет стать, по-военному четко ответил. Военным. А потом Савелий вместе с мамой и Полиной поехал на экскурсию в дежурную часть, где искренне интересовался всем, что увидел, и даже принял участие в видеоконференции начальников отделов. Видишь, много экранов. Весь город как на ладони. А это сейф, там спецсредства хранятся, выдаем сотрудникам, чтобы при заступлении на работу они могли себя обезопасить. Завершилась встреча за общим столом, чаем с пирожными.